Результатом, конечно, довольны. Игрой, ну, блин, всегда можно лучше. Соперник был хороший, играли много с мячом. Я думаю, что они немножечко получше нас физически готовы были. В некоторых моментах побыстрее нас. И, конечно, ветер вносил коррективы в игру. Порой он поднимался так, что, ну, блин, не выбить мяч, ничего невозможно было сделать. А так, победа. И хорошо, что не пропустили, наконец-то. Первый Олишко забил, да, после стандарта. Второй Сара забил. Ну, хотел перекинуть и перекинул. А третий в контратаку отлично убежали. Торба прекрасный пас отдал на Сару. Сара мастерски завершила атаку. Мы в целом неплохо поработали. И что важно, все ребята, я даже не помню, пропускал ли кто тренировки, были какие-то небольшие повреждения. В целом без повреждений, что важно. Все были готовы к сбору. Продолжим работать дальше.